Эммануил Виторган родился 27 декабря 1939 года в Баку в еврейской семье. Его родители родом из Одессы. Отец Гедеон Абрамович Виторган, 1909-2000, инженер, был крупным советским хозяйственником, работавшим в мукомольной промышленности. Мать Хая Залмановна Клара Захаровна Блехман, 1910-1998, не работала, вела дом, растила сыновей, старшего Владимира и младшего, на 3 года, Эммануила. Свое имя Эммануил получил в честь родного дяди, брата матери, которого убили в Одессе в годы Гражданской войны во время еврейского погрома. Отца часто перебрасывали с объекта на объект, поэтому школу Эммануил закончил уже в Астрахани. По окончании школы он поехал в Москву. Но ни в один театральный вуз принят не был. Тогда поехал в Ленинград и поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. ГИКМИК Эммануил Виторган окончил в 1961 году. Курс Б, В, Зона. В этой группе учились и Леонид Дьячков, Олег Зорин, Светлана Карпинска, Сергей Каковкин, Александра Назарова, Александр Прошкин. Там он познакомился с Тамарой Румянцевой, которая впоследствии стала его женой. Вместе с однокурсниками Эммануил Гедеонович, вспоминая обучение, утверждает, что все, что связано с профессией, с отношением к профессии, весь фундамент заложен Борисом Вульфовичем Зоном. По окончании института был принят в труппу Псковского театра драмы имени С. Пушкина. В 1963 году переходит в труппу Ленинградского театра драмы и комедии. В 1967 году переходит в Ленинградский театр им. Ленинского комсомола. В 1971 году вместе со второй женой, актрисой Аллой Болтер, переезжает в Москву, где оба становятся актерами Московского драматического театра имени К.С. Станиславского. В 1982 году Виторган переходит в театр на Таганке. С 1984 по 2005 год. Актер Академического театра имени Маяковского. Вместе с третьей женой Виторган, Млодик, открыл и руководит культурным центром Эммануила Виторгана. Москва, Сеченовский переулок, дом 5, СТР, 2, в котором играет свой моноспектакль. Выход. Кино-спектакль «Король», «Трев карты любви», проводит творческие вечера, концерты, чествует актеров и друзей, член Общественного совета Российского еврейского конгресса.